Всем доброе утро. Проснулись в таком месте. Сейчас подожгу горелочку, скипятим воду, попьем горячий кофеечек. В таком вот месте, прям вот напротив себе быков. Ночью уже приехали, темно, ничего практически абсолютно не было видно. Уже в 11 часов сюда доехали. И получилось, нашли такое место. Остановились, разложились, заночевали. Да, тут такая площадка попалась, огороженная заброшка. Но оно и лучше, забором огорожено от дороги. Там речка шумит. Где-то искать было место, вставать на стоянку около дороги. Ну, так себе. А здесь вот такие вот два корпуса. Они заброшенные, разваленные. Вот. Площадка такая огороженная. Но мусор есть, да. Ну так более-менее, с большего чисто. Вот такой вид интересный. Здесь такие горы, скалы причудливые. Джетогус. Называется место Джетогус. Джетогус. Классно. Здорово, я рад. Мы довольны, что сюда приехали, добрались. Сейчас посмотрим вот эти вот все красоты. И потом позже поедем дальше туда на водопад. Дойдем до водопада Девичьи Косы. Давайте заодно покажу эту заброшку, что там внутри. Я не знаю, там может какая-то насосная была. Или еще что-то, или котельня. Здесь вот. Не знаю, печка какая-то стояла, потому что вон трубы такие большие. Не знаю, или котел, может, какой-то был, стоял. Может, насосная какая-то. И второй корпус такой же. Такой какой-то гидрант, резьбовые на фитингах. Тут щитовая, видать, стояла с проводами. Проводка. А там выдрали, а здесь оставили. Это две дырки в потолке. Проводку здесь оборвали всем. И тут какое-то тоже место, наверное, тоже было. Под котел, может, какой-то. Трубы срезанные. Да. Вот такой вот вид. Муравейник я здесь нашел. Еще ночью увидел муравейник. Вот он, здоровый какой муравейник. Он имеет свою форму. Там крутая сторона, здесь пологая сторона. Напишите в комментариях, кто знает строение муравейников. Здесь крутая отвесная стена, здесь пологая сторона. О чем это говорит? Вот они, трудяги. У них вот здесь трасса проходит. Вот она. Прям вытоптанная тропинка. Трава не растет, где они ходят. Ее прям отчетливо видно. Вот особенно вот здесь, в этом месте.
как они ходят. Вот она пошла, 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 пошла. Вот она туда, туда, туда. И они ходят на ручей. Я не знаю, на водопой или что у них там. Вот она, трасса идет. Вот она идет, трасса. Вот, 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 вот идет, идет. Вот сюда идет. И здесь они вот так вниз разбредаются. И туда идут. Или на это дерево они ходят. Или вон туда на водопой ходят, на ручей. Непонятно. Ну, в общем, у них тут какие-то свои особенные дела есть. Такой ручей течет оттуда, с этого ущелья, с ложбинки. Сейчас мы кофеек попьем, пойдем туда сходим, посмотрим, что там такое. Что там интересного есть. Наблюдаем, как муравьи тащат добычу. Вот этот муху потащил в норку. Вот. Раз туда, в норку. И затащил. Вот еще тащит муху. А здесь такая примета. Вот так берешь на муравьи, ложишь руку. Они залазят. Но вот каждый муравей вот занят своим делом. Что-то делает. Один вот бревно тащит, другой вот тащит какого-то тоже дохлого муравья или что сухого. Третий вон муху тащит сухую какую-то. Вот у них такие незаметные норки, вот они. Вот. Вот они ночи. Ну, их, наверное, отдельные какие-то есть свои квартиры, потому что они не все лазят во все норки. Вот один муравей, он тащил муху, и он конкретно прошел несколько вот этих норок квартир и зашел в какую-то свою квартиру. Вот тоже какую-то добычу тащит муравей. Сейчас он ее куда засунет, вот. Займет. Вот. Здорово. Отлично. О, какое бревно тащит наверх, смотри. Еще у них жопа кислота. Угу. Это? Ну это у них муравьиная кислота. Но она же не знает. Я... Не буду я жопой валить. Будешь. Ты максимум как ты сделал. Вот так. Мам, тебе не больно? Лечит, больно. А скинь его. Это как иглоукалывание. Как этих впускают? Как их? Которые бегают. Гренки только должны быть, они стесняются. Ну как они называются? Гренки. Рецепт у дочи сейчас. Пожарим хлебушек. Это черный хлебушек. Сейчас поджарим. Сосиски поджарим. Вот с таким видом. Сосисочки белорусские. А там мама готовит
колбаску кырдицу бишкекскую. И опять-таки вот такой вот вид. Ну, какие поджаристые, красивые. И какие сосиски красивые, поджаристые. Всем приятного. Греночка сверху, сырок, колбасочка, сосисочка, салями, кыргызская колбасочка и кофеек. Приятного всем. Всем приятного. Итак, друзья, вот мы залезли на смотровую площадку, на одну из возвышенных такой, скажем, местности сейчас находимся. Вот здесь смотровая площадочка. Мы залезли по вот этому склону от нашей стоянки. Наша стоянка вот там вот внизу стоит. И здесь открывается вот такой вот вид. Там тоже долина. Здесь вот такие вот горы красные. Вот очень тоже красивая, симпатичная гора. Здесь предлагают покататься на лошадях мальчишки. И заезд сюда есть по вот этой вот дороге. От главной нижней заездной дороги. Вот там можно подняться, сюда заехать на вот эту площадку. Здесь туристов привозят вот такие бусики. Ну, а мы пешком сейчас слезем, опять спустимся с этого склона и поедем вот туда вот на водопад. Вот такое место, ребята. Есть смотровая площадочка, здесь есть кофе. Ребята готовят, приготавливают кофе попить. Че, девчонки, пойдемте, спускаемся. Лавочка, можно посидеть, отдохнуть. Кофе ларечек есть и менюшка по кофе. Эспрессо 180, американо 230, капучино 280, латте 280, флэт уайт 310, раф карамель, раф шоколад, раф ваниль, все по 300. И маленькие сувенирчики также продают. Мед продают. А мед, Саламас, мед, конча? А, мед по 600 сомов. 600. Это полкилограмма? Нет, килограмм 200. Килограмм 200 баночка получается, 600 сом, да? Угу, рахмат. И вы готовите кофе, да? Угу. Здорово. О, сидят иностранцы. Разговаривает, не знаю, какой-то корейский, что ли, похож язык. А вон наша машина, вон она. Вот там мы сегодня ночевали, оставались на ночевку. Вон наша машинка стоит. Спустились с гор к реке. В реке вода вот такая вот пошла после дождей, такого цвета. И пока спускались по склону, нашли вот такую вот ложку. Как сувенир привезем из Джетогоза домой к себе. Вот. Ну и здесь дочь ищет золото. Вот здесь есть крупиночки золота.
Вот они, вот прям большие крупинки. Вот они, прям золотые крупиночки. Мелкие-мелкие. Подожди, дочь, дай-ка я золото зачерпну. Вот оно. Мама, иди сюда золото собирать. О, вот он, большой кусочек золота. Мама, золото ищем. Да. Здесь очень много золота. Да? Да. Вон, смотри, мы насобирали сколько ложек. Видишь? Да. Да. Мусор не бросать. Смотри, какие скалы. Вот они висят. Дочь, смотри, какие скалы висят. Она не увидит? Увидит? Увидишь, дочь? Прям вот шапка такая висячая. Мам, смотри. Вверх смотри. Здорово. Смотрите, какой этот. Вон, мам, смотри. Да. Смотри, как вода вверх поднимается от этого. Вот, от камня или что там. Да, камень. Да.